Дорогие друзья, нам будет очень приятно, если вы поставите лайк и подпишитесь на канал. Для нас это очень важно. В 2015 году на шоу «Голос дети» пришло немало уникальных и талантливых ребят. Одним из таких стал 10-летний певец Ранель Богданов. Мальчик исполнил песню из старого репертуара Димы Билана «Ночной хулиган». Парень спел настолько хорошо, что смог вызвать целый шквал эмоций у зрителей в зале, однако повернулась к нему только Пелагея. Но и она не смогла сделать из него звезду «Голоса». Парень не дошел даже до полуфинала. На данный момент видеозапись с выступлением Ранеля Богданова набрала более 15 миллионов просмотров. Ранель выбыл после второго тура. Многие зрители сочли выбор Пелагеи несправедливым, ведь дальше прошла девочка, которая была самой взрослой из всех претендентов. И естественно, она смогла спеть более эмоционально и чище, чем 10-летние дети. Но после вылета из «Голоса» парень совсем не расстроился и начал пробовать свои силы в других проектах. Одним из таких проектов стала «Битва талантов», который выходил на канале Муз-ТВ. Конечно, это шоу не сравнится по грандиозности с «Голосом», но там есть на что посмотреть. На «Битве талантов» Ранеля ждал большой успех, чем в «Голосе», и парень смог дойти даже до полуфинала. После этого проекта мальчик попал в театр Надежды Бабкиной и до сих пор успешно там выступает. Но стал ли он знаменитым певцом и выпускает ли он новые песни, давайте расскажу. В этом году парню исполнилось 15 лет. От его нового образа я, честно сказать, немного был в шоке. Знаете ли, розово-фиолетовые волосы не часто встретишь у парней в городе, в котором я живу. Но это личный выбор каждого, и для этого как раз существует молодость, чтобы экспериментировать и потом понимать, что так делать не надо. Сейчас у Ранеля есть несколько своих авторских песен, с которыми он иногда выступает на различных мероприятиях. И пусть эти песни отнюдь не хиты, главное, что Ранель не сдается и продолжает заниматься любимым делом. А родители парня большие молодцы, они стараются сделать так, чтобы у него было большое и счастливое будущее. А это одно из последних выступлений Ранеля зимой этого года. Правильный ли репертуар для себя выбрал парень или нет, решайте сами, но просмотров у видео очень мало. Вероятно, что такой формат никому не интересен. Но у него впереди еще целая жизнь, и быть может, через несколько лет он станет популярным певцом со своей уникальной манерой исполнения, с той, которая когда-то давно была на шоу «Голос дети».